В Староскольском доме художников открылась выставка «Городское настроение». Какое оно? С помощью кисти и красок рассказывают сразу 4 местных мастера, главный герой работ которых – любимый город. Здесь собрано без малого 50 картин, и на каждый он разный. На моих работах остались те дома, которых сейчас уже и нету. Вот. И когда видишь где-то свои работы или кто-то вспоминает, что да, тут было так. То есть мы как бы пишем, еще сохраняем историю. Город из детства, с игривым настроением. Город, отдающий ностальгии, в который хочется вернуться. Настроение своего города здесь найдет каждый. И время еще есть. Открыта выставка будет до середины августа.